среду в Самарской области переменная облачность, местами пройдет небольшой дождь. 9-11, тепла днем, ночью 8-10, выше 0. Ветер усилится, юго-западный 5-7, порывы до 16 метров в секунду. В Сызрани пасмурное небо, возможен дождь. Днем плюс 11, ночью плюс 10, юго-западный, скорость 6 метров в секунду. В Тольятти малооблачно, днем плюс 10, ночью 9, выше 0, юго-западный 5 метров в секунду. В Самаре переменная облачность, плюс 10, дневное время, ночью плюс 8, юго-западный ветер 5 метров в секунду, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 65%, в геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.